Хоккейный клуб «Кулагер» удачно стартовал в Кубке Казахстана. После волевой победы по буллитам над Темиртау подопечные Александра Троицкого катком прошлись по фавориту турнира – столичному «Намаду». Уже в стартовом отрезке скакуны тремя шайбами поставили хоккеистов из Нур-Султана в затруднительное положение. Фаворит матча сумел отыграть одну шайбу лишь к середине второго периода. Петропавловских хоккеистов попытка переломить ход матча раззадорила еще больше. Спустя две минуты скакуны восстановили статус-кво. А еще через 8 наши ребята довели счет до разгромного. В третьем периоде лидерство номинальных хозяев упрочил нападающий Евгений Попитич, филигранно забросив шайбу, когда его команда находилась в меньшинстве. Итоговый счет 6-1 в пользу «Кулагера». Каждая игра здесь важна. Сегодня реализовали в первом периоде моменты. Ну и соперник этими голами вводили пулы. Во втором пропустили, там в меньшинстве. Но опять же поймали на контратаке, забили два гола, ну и спокойно доиграли эту встречу на мастерстве.